Всем привет, YouTube привет. 3 года назад вот у меня такое видео было, задавал вопрос подписчикам, мастерам, что это за ПДР инструмент. Я его увидел на сайте Alligator. Там много интересного такого необычного инструмента. Инструмент довольно качественный и цены там соответствующие. Но вот этот инструмент меня удивил тем, что он как бы необычный. Задавал вопросы, там ребята, кто-то пытался отвечать, кто-то писал, что не знаем, что к чему. Вот, ну, как говорится, обещанного 3 года ждут. Нашелся и ответ. На сайте Alligator в июле месяце появился видеоответ на этот вопрос. И видеоответ дал Николай из САТа. Там как раз на Alligator сайте выложено видео. Ссылочку я под видео выложу, кому интересно, тот посмотрит. Это Алгиса аллигатор, крючок 3 стороны. Разрезанный, кованый, бьет вот этой стороной большое. Работает как пиратские хуки на перекатывание, бьет ими. А если точка остается, он работает точкой. Вот град им лупить на крышах, одна благодать. Захожу сейчас, градовое. Ставлю его сначала большим, напрягаюсь, как вам показываю, и просто им ее подбиваю четко. Видите, как быстро уменьшается? Уменьшилось. Теперь беру вот так делаю, потом вот так делаю, и нужно точку дожать, дожимаю. Тоже ножи работают сейчас. Видите? Перекатыванием идет сверху вниз. Сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Точка остается. Теперь поставил другую сторону. В эту сторону подкатываю. Видите? Подкатыванием идет работа. Если что-то передавилось, передавливать плюсики, всегда вы будете делать пробойнички или молоточки. Молоточки, вот у нас работа до опору руки. Сюда. И весом молоточка пошло забывать. Это если передавили. Осталось остренькое. Остреньким ставлю. Могу остреньким кончиком аккуратненько стучать. Всю неделю там вы видите, как я стучу на машинах. Вчера BMW там показывал. Миниган, ребята. Аккуратненько, не спеша. Ну, можно дрюкать, как мы с вами проходили. Дрюкать вы научились. Стучать вот теперь. Это дома тренируйтесь, ребят. Все показано, все рассказано.